Ну что, друзья, приветствую всех любителей четвертой Европы. У нас с вами снова Австрия. Да, всех, значит, приветствую. Можно меня поздравлять с возвращением. Вот буквально вчера у нас был стрим, и, значит, после стрима можно спокойненько, значит, записывать ролики, да, впоследствии их и смотреть даже. Если вы не поняли, о каком я стриме говорю, вообще что-то было, вот, то да, да, было. И чтобы не пропускать такие события на канале, можно поставить колокольчик, а, ну, разумеется, перед этим подписавшись, вот так-то. И ничего не пропускать, и горе не знать. Я уже думаю, куда мне эта панель делась. Так вот, что у нас было в прошлой серии? Это очень хороший вопрос, потому что я ничего... Какие-то завоевания тут вижу у нас, да, были? А, да-да-да. Мы добили Венецию. Добили мы Венецию. Это, видимо, у нас какие-то задания. Там на Уни у нас, наверное, задание, да? Против Польши, против Милана. И что-то вот это еще такое. Вот это можно прям сейчас поражать, да? Мы распространили династию. Вот это новости. А, значит, умение нашего правителя увеличится на 2. Сколько нашему правителю лет, простите? Фердинанд. 34, в принципе, можно, да, поражать. И вообще хорошо будет. Депрепа, принятие вассалитета плюс. Дальше сокрушить революцию. У нас тут ни одну... Пока еще эпоха революции у нас не настала, она у нас настанет вроде даже и не скоро, да, не скоро. Вот немножечко мы по техам отстаем буквально так, чисто символически. Вот, и как мне писали в комментариях, помню, что с Миланом унию, наверное, лучше не делать. Все потому, что она внутри у нас Священно-Римской империи, вот, внутри империи просто мы делаем всех вассалами, вот так вот, и все, пожалуйста, что так Милан нам будет подчиняться, что уния, как бы, тут лишняя агрессивочка, с этим я согласен, да. Кстати, агрессивочки у нас вообще никакой нет, несмотря на Венецию. Хорошо, тогда, товарищ Польша, как мы будем себя ограничить, если мы хотим завоевать Польшу? Ну, не нужно себе ни в чем отказывать, правильно? Мы немножко, конечно, качественные идеи не закрыли, я еще админку качал, да? Вот, что у нас по армии, нас не вайпали, ничего не... Ну, что-то у нас такое лишнее, этот, лимитик есть, запас, денежки тоже в наличии. Ладно, давайте соберемся у границ Польши. Я так понимаю, она не соединится с Литвой, да? Но наш вопрос, будет ли Литва у нас подчиненная нам? Я так понимаю, ответ да. Она тоже нам в унию упадет, и все будет великолепно. Союзники, ну, Данцик, Вольгаст, как бы, скромно очень. А подождите, вот эта национализация у нас, это просто во владение поставил Венецию? Нет, и если бы мы Венецию в конце той серии завоевали, у нас бы была бы агрессивочка не такая. Нет, видимо, чем-то мы другим занимались, не жалеть. А, перемирие с Османом, у нас на границе с Османом войска были. Возможно, мы, да, точно, мы воевали здесь, территории получали, да, Константинополь забрали, вот это себе забрали, да. Или это было не так? Ну, вроде да. Хорошо, у нас куча заданий в Индии. Я так чисто не намекаю даже, а ну, прямо говорю, Индия. Что нам делать с Индией? А, да, точно, я хотел вот так вот себе порт сделать. И тут уж как-то мы разберемся, думаю, доплывем. Хорошо, вопросов нет. Это потом. Перемирие с Османом у нас, дай боже, 4-й год. Ну, 5 лет скромных. Из униатов у нас Богемия есть, а я ее даже присоединяю. Я даже не помню об этом. Хорошо. Кстати, чисто себе можно взять в союзника даже Португалию. Португалия тут в соперниках с Польшей. Тут Виджанагар что-то. Ну, в целом, неплохой чел для союза. Он вместе с Испанией. Испанец наш давнейший союзник. Да, ну, как бы мы его хорошо знаем. Давайте в союз просто. Нас... И еще мы тем более с Великобританией. Мы и с Великобританией в союзе, да? Как бы небольшие недопонимания у нас были, что-то я припоминаю, да? Ну, в целом все в порядке. Так вот, Польша. Польша, перемирия у нас с тобой нету. Можно вполне себе воевать. Москва за нас. Ну, Фризия скромная, да? Угу. Интересно, Москва будет отлетать жестко от поляков, либо они что-то смогут сделать, тут интересно, да? Но будем завоевывать, ну как, брать в унию Польшу, делать хорошее, правильно? Обмен очков еще нам накинут, приятно. Дальше у нас задание король польский, ну скромный бонус, и ветка кончается на этом, окей. Ух, прям с места в пекло сразу пойдем, да, чисто не размявшись, не потренировавшись на каких-то мелких войнах, сразу пойдем убивать жестко. Сразу вижу, что у нас нет нормальных генералов, да, действительно нету, а нам и технологии нужно прокачивать, у нас ширина боевого построения, мощи всякие артиллерии. Блин, поляк, а ты... Тут еще вон еще есть. Поляк, а ты не мощнее нас по армии? Вот такой у меня вопрос. А давайте мы нападем, тогда уж разберемся. Ну, по численности меньше у них, конечно, да? Давайте Фризию, Москву, восстановление унии. А вообще, как это по агрессивке будет? Крепостя у них малородная. Вот, уния с Польшей 97. Ну, недовольны будут окружающие, да? Но не критически, не ужасно, не отвратительно. Хорошо, жить можно. Так вот, что там по качеству армии Польши? Я сразу вижу, по дисциплине мы просто никто, и звать нас никак абсолютно. Да, то есть, да, ну давайте хотя бы в осаду пойдем.
Знаете, узнаю Польшу. Узнаю. Было у нас такое, действительно было. Это называется, знаете, как нужно строить крепости. Много крепостей. Денежки есть, а мы как бы их тратим непонятно куда. Да, неприятно. Насвайпнули? По старой традиции, если мы воюем с Польшей, Польша вайпает нам армию. Все помним? Я помню. Я, в общем-то, традициям не изменяю. Все по старинке. Ну, это все. Все, что от нас требовалось. Что-то я там думаю, не думаю. Ой, зачем это все нужно? Ну, так просто. Ну, идти воевать там что-то, крепости. Нет, у нас другое. У нас чуть все иначе. Итак, уния в наличии, как бы, несмотря на то, что, как бы, Польша... Ну да, неоднозначная картина у нас. Я думал, то, что они будут Москву жестко осаждать. Что-то у меня такое было предчувствие. Оказалось, что это мы. Мы будем под осадой жестко. Ой, ну ладно. Делаем так тогда. Уния у нас в наличии. Всякие Литвы, вот эти Данциги, это все... Они независимые стали, похоже. Не, ну Литва с Польшей в унии у нас. Окей, знак... никаких знаков вопроса нет, все нормально. Дипсвязи опять много. Ну, я помню, что у меня такое всегда. Грузия, один брак. А почему у меня с Грузией один брак? Кто-то мне подскажет, почему у меня с Грузией один брак? Я точно не хотел делать вассалом. Я никогда сюда вот на это направление серьезно не смотрел. Никогда. Я реально не... Ну, видимо, что-то вот тут какое-то предложение было, я взял, принял, даже не почитав, что это такое. Здорово получилось. Так самое время вернуться обратно, построить обратно армию и что-то подумать с этими, с крепостями. Да. Кстати, королем польским мы так и стали. Да, это правда. Куча провинций национальными у нас станут. Посмотрим за то, что какие-то, да, как они на карте выглядят. Беспорядочки, депрепа, мое почтение на время. И все это за претензии нам дали. Вот это что ли? Возможно. Нет, это я сам делал, подожди. Нет. Это я воевал с османом, это я помню. На что нам дали претензии? А возможно, я это уже завоевал, как бы. Ну ладно, на что-то отдали. Бесполезные, получается, они. Кстати, как у нас по... Ну да, вся империя прочувствовала, что что-то мы не то сделали, да? Ну, довольно нескромные. Скромно они на это отреагировали, и хорошо. Кстати, нам же вот эта провинция нужна, чтобы имперскую границу сделать. А потом что? Так, империя имеет официальную неизменную религию. Видимо, мы это уже пропустили. Либо реформация началась хотя бы 50 лет назад, все князья империи исповедуют католичество. Неужели мы это не вып... Нет, это будет связано с какими-то трудностями. Рим у нас не часть империи. А как я буду Рим завоевывать, если я католик? О, боже мой. Да. Религиозная война была нам нужна, оказывается. Ну, что ж поделать. А кто бы мог подумать? И не надо мне говорить то, что меня предупреждали. Не надо. Так вот, крепости. Хотя бы второго уровня бахнуть. Тут куча провинций застроены. Ну, что-то такое сообразил. Я пытался вот минимальные затраты при этом сделать. Вот как-то Прага же, она вот так идет. Все, в общем-то, как-то я... А вот тут вроде проходик, да, я не закрыл, да? Подождите, а если вот вместо этого места сюда поставлю крепость? То, видите, такие чисто... Нет, тогда не получится здесь. Вопросы такого хозяйственного характера. Где крепость ставить? Где не ставить? Вот, надеюсь, нормально. Считай, почти все деньги слил, да, там 1400 у нас было. Ну вот, пожалуйста. Мы, кстати, закрыли полностью австрийские идеи. Дисциплина 3 штучки, да, и из такого интересного шанс нового наследника 50+. Ну, интересность зашкалит, конечно. Нашел я одно задание, которое можно легко выполнить, да. Венский вальс. Нужно просто советников было покрутить. Покрутил, значит, нанял. И венские бальные залы. Мы получаем на до конца игры престижика и лояльность дворян. Очень скромные бонусы, ну, перманентные, да, навсегда. Священная Римская империя, ее уже можно вот так вот сделать, но поддерживающие реформы, ой, ой, а поди узнай, как там, кто там поддерживает, не поддерживает. Это вроде тут написано.
противится реформе, поддерживает реформу. Вот еретики не очень хотят голосовать, да? Да, в основном еретики, из-за того, что они еретики, у нас отношения как бы низкие. Но смотрите, большинство в империи вроде хотят, смотрите, станется нашими вассалами без привилегий. Да, это по щиточкам это делается, тоже подсказка от, из комментариев. Ну что нам остается, еретиков уничтожать, что ли? Или, может, лучше, ну, наверное, нам придется подождать, хотя у нас коалиция такая уже низенькая. Коалиция пройдет, а улучшится всеми отношения, депреп у нас и так высокая. Ну, блин, чуть-чуть буквально подождать, и, пожалуйста, у нас вся империя будет в вассалах, и уже мы воевать вот так вот, как с Польшей, не будем. Никогда. И мне воевать вообще не нужно будет, потому что все за нас будут делать вассалы. Мне любопытно на это посмотреть. Кстати, если мы парочку стран из империи, мы, в общем, они исключатся, то вполне их можно обратно вернуть довольно быстро, да? И никаких проблем с этим не будет связано. Кассус Белли мы просто-напросто получим, вот, пожалуйста. Интересно, я когда включу свой состав в Богемию, это будет считаться, как я аннексировал члены империи, и все очень плохо, они расстроятся. Будет такой интерес? Нужно успеть, если что, заранее сделать. Проверять я не сильно хочу это. Хотя можно, не знаю, засейвиться, вылететь, там такое. Ну, 13-й год, в принципе, не очень скоро. Хм, а если я захочу также вот Францию разломать на куски и включить вот эти части тоже в империю, это как? Это будет возможно? То есть, если я включу в империю снова Черикса, он сразу станет нашим вассалом. Нет, звучит очень здорово, конечно, но... Блин, так я Францию не разломал, по сути. Кстати, у нас перемирие с Османом кончилось. А как я это смотрел-то, господи? В общем, оно кончилось, да? А это значит, выход в, что это, Красное море? Пожалуйста, порт недалеко от Индии, война, мать родна, в общем-то. В принципе, я тут вижу, что можно со всеми потихонечку улучшать отношения, вот кроме Савойи. Савойя очень сильно не хочет, в общем, принимать эту штуку. Она еще и в союзе с Францией. То есть, понимаете, то, что с этим можно как-то поработать, и, в принципе, несложно это будет, да? Может, как-то я что-нибудь смогу сделать, там, влиянием каким-нибудь, да, на Савойю? Милость императора, все дела. Ну, что-то помогает, но вроде не сильно. В принципе, даже мы можем эти союзы всякие позаключать, они же все равно потом, ну, вот эти слоты обновятся, да, и все будет нормально. Феодора, кстати, не хочет, ничего себе, Феодора. А, еще Лотарингия, кстати, очень сильно не хочет, потому что я у нее территорию завоевывал, вот и все. Вот она и не хочет, понятное дело. И все, кажется, все согласны, да? Смотрите, Савойя есть, Лотарингия есть, все абсолютно согласны на эту реформу, да? Смотрите, вольные города, я, кстати, не посмотрел, они тоже все согласны, ну хорошо. Все, все синенькие, отлично. Ну, посмотрим, что это за такое захваленное, что это, все князья империи станут вассалами императора. Посмотрим, что это такое. Эч, отмена привилегий князей. Значит, вассальная клятва. Все, прямая вассальная зависимость, отлично. Конец уни! В смысле? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, какая конец? Нет, я не согласен, тихо-тихо, спокойно, я не согласен. Подожди, куда? Нет, я возмущен, ну, конечно, прикольно, да, я все понимаю, но я возмущен, в смысле, я хочу себе эту территорию, я что, зря все это делал? Блин, а стоит ли нам вообще переживать насчет Богемии? Уния не, блин, я почти его присоединил, там 13-й год, что ли, был, у нас 6-й, вот, не знаю, переживать по этому поводу, не переживать, что-то мне кажется, ладно, пускай не, ой-ой-ой, вы посмотри, все денежки нам платят, обратите внимание, ну, практически, да, ай, хорошо, сколько мы с вассалов 34, монетки, всего ничего, ха, привет. Смотрите, сиденькие войска, вы посмотрите, нормально. А мы можем как-то, а мы религию насильно-то сможем сменить, да, кому там мы хотим? Вот, ну кто? Савойя, наверное, еще пойди ее найди в этом списке. Ну, это на Савойя. Хотим, что смена религии, можем запросто, хорошо. Все сменили, пожалуйста. Тю, так мы очень быстро так сможем сделать все. Блин, как хорошо. Итальянские амбиции можно поражать, чтобы просто не горело, да? Миланская герцогство считать, что мы его завоевали. Ать, и что это, Бургундию вернули. Да, пожалуйста. Смотрите, можно вот это все посмотреть. Это мы можем посмотреть древо заданий всяких Черикс. Ой-ой-ой, такого я еще не видел, конечно, да. Ослабить Францию. Францию, это запросто, мы ее сейчас просто разорвем, блин. Османов аналогично разорвем. Аналогично, абсолютно. А мы, наверное, прямо сейчас пойдем разрывать Францию. Так, давайте еще в лимит. У нас лимит еще повысился. Еще одну армию себе бахнем. Это, конечно, вообще не нужно для нас сейчас. Ну, давайте пусть будет, да. Вот это вот, вот этих цепных псов мы отпустим. Да, обязательно. Подожди, это всякие завоевания. Это чужие Кассус Белли. Я думаю, может, мы в империю можем какую-то
присоединить, да? Смотрите, теперь никто не может быть нашим соперником. Осман не может быть нашим соперником. Никто. Мы топ-1. 4300 развитие. 4300. Но что? Вопросы. Кстати, казалось бы, не сильно-то немного. 4300, что это такое? Мы даже Феодора перекрестим. Вы посмотрите, какие мы просто бессердечные. Все, у нас фул тогда империя получается. Ну, территории, конечно, по местности. Они не все католические, но вассалы у нас. Вассалы все католические. Окей, хорошо. Плюс у нас Польша, Литва, понятное дело. Дипсвязи, как и положено, здесь не занимается. Супер. Конечно, жалко, Папа Римский у нас не с нами, скажем так, да? Ну, как бы, ладно. Мы, кстати, претензии получили на обе Сицилии. Разберемся. Сейчас Францию разберем, и все. У нас соперников больше никаких нет. Смотрите просто, в какой ситуации Франция. Соперник раз... 2, 3. Все, со всех сторон обложили. Еще с Бретанью, наверное, что-то они не ладят. Ну да, соперник. Пожалуйста. Я уж думаю, может, я зря кучу крепостей строил. Вот кто против нас сейчас куда-то пойдет, до каких-то крепостей вообще дойдет? Никто и нигде и никогда. А у меня такой вопрос. Мы отдельно взятых вассалов сможем присоединить? Вот, допустим, вот ты, да? Кстати, можем, судя по всему, можем. Просто зачем это сделать? Просто вот будет у нас своя вот эта территория конкретно. И мы, наверное, сможем... Данию напасть с Касусом Белли, присоединить к империи. Наверное, бы это так сработало. Вот если да, то это прекрасно, прелестно, просто великолепно. Ой, а флота у нас сколько, мама родная. Вот это радость. Чуть помедленнее, по-моему, время стало идти, но это неудивительно. Смотрите, сколько, какие территории мы видим, сколько армий у нас не в, в тумане войны. Конечно, у нас будет ФПСа поменьше на скорости. Так, а когда мы Священную Римскую империю соединим? Да вот, как только так сразу сможем, да, моментально. Да никто не должен ни на что соглашаться. Все равно. Не, ну мы не будем торопиться с этим. Мы не будем торопиться совершенно. Вот с этим, наверное, лучше соберемся, разберемся с заданиями, а после заданий уже и империю. Там, наверное, задания какие-то у империи еще есть, да, интересные. Вот это да. Жалко, что, видимо, все, у нас не получится с достижениями. Достижения все. Это пропало у нас все. Вот, пожалуйста. Вот как это все. Апсотю. Нормальная надпись. Нормально написано. Ну и, конечно, установить свою династию на трон, это через унию. Ну, как бы, ну, она у нас есть, но мне это достижение не далось. Вот, пожалуйста, вот о чем я и говорю. Да, жалко, очень жалко. Самое главное, что? Самое главное, вы это видели. Ну и все, кому мне еще показывать, правильно? Ну что, Франция, хи-хи, ха-ха, ха-ха, хи-хи. Вне закона Айкс мне очень хочется. А еще с этим вместе предоставление независимости, да? Обе Сицилии, кстати, против нас пойдут. А можно вот так вот сделать. А если, агрессивочка, кстати, против этих челисов уже не пойдет, потому что это наши вассалы. Значит, не будет нигде и никакой агрессивки. Ай, хорошо. Обе Сицилии, значит, сделали. Товарищи союзники, ну, нам, возможно, вы даже и не нужны совсем, никак. Великобритания, ой, уже каждый раз это, там что там, Португалия, Испания. 3 миллиона рекрутов. Фух, я понимаю. 3 миллиона 150 тысяч. Пошло. Пошло. Вообще планировал то, что наши вассалы пойдут и сюда. Ну, раз уже не все на Францию пошли. Ладно, ладно. Мы даже свои войска даже водить никуда можем не водить абсолютно. Они сами разберутся со всем. Вот это я одобряю. Вот это вам не война с Польшей. Совершенно другой уровень. А, цель войны нельзя. Ладно, ладно, подловили меня по поводу обеих Сицилий. Ладно, не смогу я их забрать территории, хотя я надеялся. Потом тогда разберу. Или сейчас. Не, ну 77 тысяч, вывести за 77 тысяч, это хорошо. Тогда что, какие-нибудь нацпровинции кому-нибудь? Ага, вассалов нету. Ага, и новые державы, это будет стоить у нас... Понятно. Ну, денежки что? Денежки, ладно.
просто интересно, сколько вот они теряют войск из-за истощения. Мне просто интересно. Сколько мы потеряли? 344 тысячи, пожалуйста, войск. На 36 французских тысяч. Ну, 300 тысяч из них именно от истощения. Да, то, что нужно. И самое интересное, нам вообще плевать на это. Нам не страшно. Ху-ху. Мощно. Ну что, французы полностью и бесповоротно сдаются, я так понимаю, да? Это можно себе забрать, но я лучше верну товарищам. А еще это верну и это верну. Или как, подождите. Всякие мелкие державы пропали практически. Смотри, тут точно какая-то Шампань была, ее нету. Ну вот как-то так можно Францию распилить в принципе, да? А, только это не приграничные с нами челиксы будут, это плохо. Можно Айкс, кстати, себе не забирать, чтобы у нас Касус Белли на француза оставался навсегда. В принципе, как вариант, вполне себе вариант. Только я тут, что тут, две державы осталось, которые можно выделить. Ну что это такое? А, так мы тогда три сможем державы выделить вместо двух. Ну как крупную одну из них, да, Гасконь? Давайте так. Что, а что? Вопросы? Вопросов нет, я думаю, да? Ать, трутитру. Смотрите, потеря так 400 тысяч. Да, неважно. Но поздравляю Францию с постепенным распадом, да? Орлеан, Берри и Гасконь. Можно всякие присоединения к империи, но это попозже. А это Берри. Ну, да, наш вассал наверняка становится. Блин, хотел как-то вот так вот дорожку до сюда, чтобы Бреттон себе еще в империю добавить. Ну, не тот Касус Белли, блин. Айкс, возможно, зря я не... Ну, не взял, так не взял, все. Перемирие до 24 года. Товарищ Орлеан, товарищ Гасконь, пожалуйста, держитесь. Я за вами приду, вам помогу, вас спасу. Осман. Помните о нем? Я помню. Осман. Ай. Старичок. Это какой-то абсолютно новый опыт игры в Европу. Рыли. Какой-то абсолютно новый. Ну, кстати, Францию мы ослабили. Игра посчитала, что мы ее реально ослабили. Боевые духи, всякие улучшения отношений, агрессивное расширение. Тю. Плюс тю, блин, чего? О чем вы вообще? Кстати, мы, наверное, и папскую область можем разорвать вообще даже не моргнув, да? Правда, дебафы из-за того, что мы католики, мы получим, да, дебаф? Ну и разве это страшно нам? Ну, теперь у нас очень много событий о том, что кто-то где-то восстал, вот это я могу подметить, да? Вот постоянно там партикулисты какие-нибудь, вот все время. Я как бы не жалуюсь, я доволен, я всем доволен абсолютно. Так вот, Осман, кажется, с кем-то там воюешь, а тут, или нет, не воюешь, да? В любом случае, этот француз заценил. Осман, что думаешь? И что-то мне подсказывает, что после вот такого прикола, что у нас сейчас произошел, конец этой партии, он очень сильно приблизился, потому что, ну что нам, ну блин, революция, конечно, это время там будет идти. Если ли мы и так не получаем достижения, то как бы и что, зачем вот это все проводить, я не знаю. Короче, я к тому, что, видимо, скоро мы с вами уже будем заканчивать, вот, а поэтому, было бы неплохо растянуть удовольствие. К чему я веду? Воевать с Османом мы уже будем в следующей серии. Ну как воевать? Ну мы знаем, чем война эта закончится. Мы прекрасно это себе представляем. А надо будет брать вот такие местечки, да, чтобы иметь выходы к морю. Плюс там просить, допустим, у испанца такого вот все. Кстати, у француза... Нет, мы бы не могли забрать. Да, Касус Белли. Вот чартерная компания, что-нибудь купить. Чартерная компания, друг. Вот, пожалуйста, 3000 монет и вот... Прошу. Плюс дальше там куда-то пойти. А мы, кстати, прямо сейчас это сделать могу. Орлеан. Чего? Орлеан? Какой Орлеан? Ты Орлеан? Против испанцев. А почему испанец напал на Орлеана, так полагаю? Война за французское наследство. Личная уния с Орлеаном. Хо-хо-хо-хо. Моё почтение. Нет, друзья, без меня. У нас как бы... Нас же Орлеан позвал, да? Да-да-да, потому что мы его гарантировали независимость. С испанцем, мы дружим, мы его любим и обожаем. О, это да, и у испанца будет уния с Францией. А нам это не очень хорошо, наверное, да? Тем более, с этим мы в следующей серии будем разбираться. Я хочу купить чартерную компанию, и все, и отдыхать. Вот, давайте так. Эпоха абсолютизма, блин, столько событий. Я уж все, не надо событий нам, все нормально. Ать... Все, да? Вот, пожалуйста, пошли колонии потихонечку, вот. Прошу, западноафриканское побережье, значит, знаменитая колония австрийская. И вот так мы пойдем, до Индии дойдем. Вот, друзья, посмотрите на эту карту. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, и на этом на сегодня все. Вот так еще можно, кстати, посмотреть. Ать, гегемон мировой, да? Да. Всем спасибо, что были, всем спасибо, что смотрели. Как-то...